20 мая 2015 года около 10 часов 40 минут на 352-м километре дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в черте города Серова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля легкового производства Китай при выходе с поворота не учел безопасность скорости движения, допустил занос транспортного средства с последующим выходом на полосу встречного движения и лобовым столкновением с автомобилем ЗИЛ-мусоровозом. В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель и находящийся пассажир в легковом автомобиле получили травмы. Водитель с переломом левой голени, переломом таза подвопроса и сотрясением головного мозга госпитализирован в медицинское учреждение. У пассажира также сотрясение головного мозга, различные ушибы. Учитывая потепление на улице дорожной сети, увеличивается значительно скорость, соответственно, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных по этой причине. Обращаясь к участникам дорожного движения, хотелось бы обратить внимание на соблюдение установленного скоростного режима, учета конкретной дорожной составляющей в целях недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий.